Ладно, так и быть, так как сегодня особенно шумно, то запишу. Ну, у меня все в том же состоянии, продукты не уменьшаются, как я не стараюсь, ем я мало. Пси-кися-кися. Мой кот пришел. Мину-мину. Оказывается, не пуси-пуси, а мину-мину по-французски. Ну а что, а где солнце еще оно заходит? О! Одежда прожаривается на солнце. Я уже часть тащил в палатку, сегодня здесь загорал часа три. Французский язык учил по подкастам, аудио-уроки. Ну вот, мы заодно лагерь сниму. Мои штразы. Город Страсбург от слова штразы – бург. Вот они штразы, но они деревянные. А там каменные были. Дровишек наколол. Печка моя. Да, вода заканчивается, надо идти за водой в пруд, к пруду. Красиво. Там трехэтажное здание. Откуда стук? Сегодня что-то особенно шумно, наверное, погода хорошая. Еще люди тут гуляют иногда так вдоль леса. Ну все. Вот он мой лагерь, где я третью зиму пережил. А сейчас наслаждаюсь погодой и покоем, потому что есть время просто отдохнуть от всего. Есть время хотя бы французский язык поучить, потому что до этого времени на это не было. Фух. Но все равно вот я каждый день столько работаю, что к вечеру сильно устаю. Нет покоя. На том свете отдохнем.